Всем привет, с вами Fortnite 3.2.2. Мы сегодня будем играть, но это будет недолго. Мы покажем вам, знаете что? Мы сейчас будем смотреть. Мне придется лягнуть, извините, ребята. Извините, я далеко микрофон поставил. Как хорошо, когда не громко. Знаете такого ютубера? Noob Fortnite 7-8-9. У него вчера было 13 подписчиков, сегодня 16 подписчиков. Он, как апнул себе, он просто снимает, сколько, 2, 1, 2, и такие. Ребята, пожалуйста, обгоните Noob Fortnite 7-8-9. Он меня хочет обогнать. Он мой друг, и он смеется надо мной, потому что: «Алло, у тебя нет вот это, ты сколько видео снял, ради сколько ты старался снимать видео, и все, и у меня, смотри, сколько видео снял, больше тебя, 2 видео снял, уже 16 подписчиков, если когда я столько, как твоих видео снял, у меня будет 1 800 000». Смотрите, я сейчас покажу. Здесь есть еще, ребята, смотрите. Это молот Тора. Я, если честно, офигел, ребята, когда увидел. Но сейчас я буду, знаете, что делать. Ютубер говорили, что ютубер какой-то стреляет в них. Значит, надо туда стрелять. Я думаю, туда надо стрелять. Вот, ребята, легендарный сундук, и падает скар, кайф. Я буду что-то вот. Челиком затянулся. Искусил. Встретили.
Ребята, я полный какой-то трэш. Эти первые часто эти зиммеры получаются. Я хожу в таких грёбах. Ребята, я говорю, я не понимаю, что я хочу сделать, но просто так видео снял. Ребята, я не понимаю, что я хочу сделать. Ну я, короче, что-то хрень. Буду я хрень делаю. Ничего не понимаю. Давайте с ней всем это дом. Мои работники. Он моего друга убил. Ах ты! Здесь друзья, здесь. Я ничего не своего другу делаю.
Ах, жаль вас, друзья. Я ничего. Только у меня один друг есть. Это он. Что это? Что это? Что это? Холод Тора? Что он здесь делает? Он потерял молот Тора. Алло, офигеть, у меня так много друзей было. Ребята, это офигеть. Ребят, посмотри, какой хороший у меня друг. И зачем? Что? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока.